Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире Николай Мацеевский, преподаватель колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент, практикующий врач и великолепный преподаватель и лектор. Такое бывает крайне редко, и я не могла отказать себе в удовольствии поговорить на очень насущную тему. Антиэйдж, технологии в фитнесе и какие существуют на сегодняшний день у эндокринолога средства для того, чтобы продлить активное долголетие и усилить эффекты фитнеса для тех, кто пришел не только за здоровьем, но и для того, чтобы быть активным, молодым и долго прожить в активной форме. Да. Что думаете? Да, добрый день, уважаемые друзья. Ну что, я думаю, что у нас, как говорится, традиционный такой, как сказать, подкаст, разговор по проблематике. И сегодня действительно очень интересное такое направление, которое во многом сейчас в тренде. Елена Константиновна, я думаю, вы прекрасно поддержите меня в этом направлении. И очень разбросано на различные специализации. И очень много там нутрицептики, очень большое количество делает акцент на какие-то там подходы оздоровления. Там, совершенно верно. Да. Сегодня кто только не говорит про омоложение. И сомнологи, и физиологи, и психологи. И актуально это стало еще и потому, что Всемирная организация здравоохранения нам номинально продлила молодой возраст. Просто теперь все, кто до 45, считаются молодыми, 45-60 средний возраст, и уже, так сказать, пожилые возраста старше 60. Но продлить-то нам продлили, но не все себя чувствуют молодыми, хотя номинально 45 еще молодой. Ну да, то есть чем помочь сможем? Здесь, видите, как бы, наверное, продление вот этот возраст вообще на самом деле носит некий такой, знаете, социоэкономический характер. Это не то, что все люди стали долго жить, прям и качество жизни их там великолепно изменилось. Да, конечно, они стали дольше жить, чем, например, в 19-м, начале, середине 20 века, но глобально и тут еще социоэкономически, да, то есть надо какое-то достаточно большое количество город и людей обеспечивать, да, соответственно. И, соответственно, нужно, чтобы люди работали, да, а не всем возможно работать уже в 60-65 лет в том объеме, в котором он работал на 20-25 лет. И поэтому понятие активное долголетие достаточно такое внедряемое понятие, там целое направление выстроено с зарубежных источников, да, то есть там различные варианты и психологического долголетия, и физического, и многих каких-то моментов. И, соответственно, появляется необходимость поиска каких-то подходов, которые действительно позволяют вот как-то предотвратить или улучшить качество жизни и продолжительность жизни. Ну, такое же размытое получается понятие, как здоровый образ жизни. Да? То есть от одного перешли к другому, но как бы четкого наполнения, структуры, что делать людям для того, чтобы и соблюдать здоровый образ жизни, и продлить свое активное долголетие, пожалуй, мы не найдем. Давайте поможем нашим слушателям и зрителям, и нашим выпускникам, и будущим студентам как-то структурировать, да, сегодняшние знания в этой области. И начнем, наверное, с того, что все-таки должна быть база. То есть какие ты технологии не применяй, но в целом исходить необходимо из того, что должна быть физическая активность. Да? Ну, можно сказать, что там есть так называемые модифицируемые и немодифицируемые факторы, которые влияют на продолжительность и качество жизни. Вот. Немодифицируемые мы никак не можем на это сейчас повлиять, на данном этапе. Может быть, в будущем как-то изменятся технологии, возможности. Это, конечно, генетика и эпигенетика. Причем эпигенетика считается, что чуть ли не сейчас более значимая выполняет фактор старения. То есть генетика, вот даже на примере того же самых фармакологических препаратов, которые изучаются в плане антиэйдж направления, да. Но пока мы не умеем с этим работать, то есть вот как вам мама с папой дали, соответственно, есть люди действительно более старше выглядят, более молодым, как бы для вот периода до 45 лет, и быстрее получают различные заболевания. Но все же появляются такие статьи, которые показывают исследования в области, например, эпигенетики, как активируются гены, если человек имеет здоровый сон, вот порядка 700 генов показали, хороших, которые активируются, отвечающих за иммунитет, работоспособность, адаптацию. Появляются исследования по генам, так называемым генам теплового шока, если человек использует закаливание, различные контрастные души,
бани, ванны, сауны, то есть это все известно. То есть, конечно, первый фактор – это генетика, и с генами можно и нужно работать. И кроме того, что вот мы сейчас перечислили, наверное, питание. Ну да, то есть если вот не модифицированные факторы, ну не знаю насчет там работать, наверное, мы можем, да, безусловно, в плане вот некого, как сказать, интегрализации с модифицируемыми факторами. Mm-hmm. То есть, но вот глубинные гены, конечно, мы не поменяем. То есть это, ну, на сегодня, там, допустим, как мы поменяем до конца, например, тяжелые там аутоиммунные заболевания. То есть тяжелые, мы не говорим о каких-то там некой агрессии аутоиммунной, она может усиливаться, уменьшаться, безусловно, под влиянием факторов окружающей среды, но сам ген-то мы не поменяем. То есть для этого нужно как-то входить в саму систему генома, да, и как-то модифицировать его. Хотя, да, согласен, что экспрессия генов, эпигенетические механизмы, они очень сильно зависят от окружающей среды, это безусловно, это мы четко должны понимать. И вторая составляющая базы, которую вы сегодня озвучили, это так называемые модифицируемые факторы. И что самое парадоксальное, всем всегда говорится, и все это прекрасно знают, но почему-то не всегда этим пользуются. Это, конечно, рациональное питание, не хочу сказать диета, вот рациональное питание, ну, наверное, диета, потому что все-таки из греческого это переводится как образ жизни, да, соответственно. Физическая активность, стресс и сон, да, вот эти четыре фактора, которые на самом деле, ну, или квартет, который здоровье, который во многом определяет вот эту активацию, в том числе эпигенетических механизмов, и является базой для вот факторов модифицируемых на сегодняшний момент времени. Ну, то есть мы подводим такую некую базу для того, чтобы наши зрители, слушатели не подумали, что вот есть, бац, такая хорошая волшебная таблетка, которую принял, и, так сказать, все быстренько, как конек-горбунок, как окунулся в котел, вышел оттуда молодым, или эликсиры молодости. То есть здесь, чтобы это поле засеять, как говорится, любой фармакологией, оно должно быть вспахано, подготовлено, ухожено. И вот такими, наверное, базовыми средствами ухода, подготовки, да, для восприятия уже более серьезных технологий будет сон, еще раз, питание, образ жизни, то есть это значит режим, это значит регулярность и питание, физической нагрузки, то есть пищевое поведение, питьевое, то есть вот такие базовые вещи, о которых мы сегодня, конечно, не будем так подробно говорить и останавливаться на них, но в целом вот физическая нагрузка, конечно, играет сегодня большую роль. И раньше, вы знаете, наверное, тоже не хуже меня, что наступает период прекращения репродуктивной функции, который называли сензитивным, и называют сензитивный период. Раньше рекомендации были снизить нагрузку, ничего не начинать, так же, как и для беременных. Все, лежите, молчите. Так сказать, сейчас полностью... Да, находитесь в анабиозе, не надо никаких вообще резких движений. Сейчас рекомендации кардинально меняются и увеличиваются даже в рекомендациях ВОЗ физическая активность. Вот здесь нужно сделать какой-то паритет, да, чтобы не навредить и воздействию рекомендуемой терапии, в том числе гормонозаместительной, и в том числе, чтобы не нарушить вот ход процессов в этом сензитивном периоде. Поэтому с чего начнем? С гормонозаместительной терапии? Чаще всего задают вопросы тренерам. Наверное, так. Скорее всего, если переходить от вот этих модифицируемых и немодифицируемых факторов риска, наверное, нужно перейти к тому, что достаточно большое количество людей как раз имеет те заболевания, которые связаны с модифицируемыми факторами риска. То есть вот как раз этот квартет лежит в основе того же самого ожирения, сахарного диабета второго типа, который, несомненно, уменьшает продолжительность жизни по многим причинам. Начиная от того, что увеличивается риск сердечно-сосудистых событий, да, то есть пациент накапливает какие-то определенные, заканчивая именно вот тем же самым пресловутым перекисным окислением, которое увеличивает старение клетки, увеличит риск онкологических заболеваний. Наверное, с этого стоит начать, а уже потом перейти непосредственно до гормонозаместительной терапии. Ну, безусловно, да, соглашусь с вами, потому что, конечно, избыточный вес – это одна из самых частых причин, по которой многие клиенты начинают заниматься фитнесом, но имея избыточный вес, сейчас не все хотят шевелиться, потому что появились такие волшебные таблетки, как думают многие,
вот типа метформина, Оземпика и Трулисити и других Ну да, так называемых вот так препаратов, называемых. агонистов рецепторов, глюкагоноподобного пептида, бигуанидов, которые достаточно Вот, так. поэтому сейчас, ну, так сказать, мы слышим со всех сторон, что и знаменитости один, второй, третий их применяют, худеют. Вот, Николай, что скажете? Вот я как врач, конечно, у меня все нутро, как говорится, негодует по этому поводу, потому что ну, я понимаю, что прекратил принимать и эффект отскочил назад. Ну да, то есть почему-то все рассматривают эти препараты, вот если их рассматривать по отдельности, понятно, что вот мы сейчас будем об этом, наверное, говорить, что есть некая доказательная база, особенно, ну не то, что некая доказательная база, есть некие данные по метформину, который действительно обладает влиянием на клетку, и вполне возможно, он обладает неким влиянием на старение клетки. Там можно будет некую такую историческую, скажем так, информацию представить, да, и на что мы, к чему мы пришли. Но опять-таки, все это забывают, это не магические пилюли-то. Они не решают все проблемы. Если человек также продолжает заниматься теми неблагоприятными факторами, которые влияют на него, то, конечно, метформин не вытянет человека. В идеале бы, конечно, иметь какую-то сверхтаблетку, которая решит все проблемы, все заболевания. Но если ты сохраняешь ту же самую массу тела, ты плохо спишь, у тебя социальные условия неблагоприятные, то метформин может быть как-то уменьшить там, или какие-либо другие препараты риски, но как только вы откажетесь от этой терапии или даже не откажетесь, она все равно не даст того эффекта, который можно получить при комплексном подходе, да, то есть, когда мы работаем и с питанием, и с физической активностью, еще раз говорю, каждый по отдельности, вот эти модифицируем факторы риска, мы не будем сегодня про это говорить, что это просто займет, там, не знаю, подкаст затянется до вечера, да, можно отдельные, там, может, кому-то будет интересно, вы потом напишите в комментариях, может быть, вам интересно будет по каким-то отдельным направлениям пройтись более подробно. Ну, вот, собственно говоря, да, вот эти моменты неустраненные, они, конечно же, не решатся метформином, да, но метформин действительно на те же самые вот фармакологические препараты, которые используются в современной эндокринологии и диабетологии, они могут обладать некими эффектами, которые, видимо, могут повлиять на старение клетки. Пока этот вопрос очень сильно обсуждается, но, скажем так, вроде как считается, ну, в экспериментальных моделях, что это действительно так и есть. Но в чем проблема? Берется какая-то работа на мышах, круглых червях, очень маленькая Двух выборка. землекопов. Да, на каких-то там, на очень маленькой выборке. Вот на примере того же самого метформина, который влияет якобы на уменьшение старения. И потом переносится в некую плоскость практической медицины. Это пиарится, при этом бездоказательно, да, соответственно. И в конечном итоге начинается некая прям экстраполяция данных, совершенно несопоставимых с экспериментальными моделями, на обычного человека. И фактически из этого делается сакрализация знания. То есть вот вы посмотрите, в таком-то исследовании мы показали какое-то влияние там вещества на митохондрию, допустим. Значит, он влияет на митохондрию всех людей. Никаких доз, никаких конкретных, не учитывается фармакокинетика вещества, фармакогенетика вещества, потому что у кого-то метформин работает, у кого-то он вообще не работает, соответственно. Или, например, не учитываются какие-то индивидуальные, возрастные какие-то категории. Не учитывается то, что это вообще исследование не проводилось очень долгое время. Время, там, в течение там, 30 лет, и там не сравнивалось, да, там, например, риски. И в конечном итоге появляются школы, которые просто массово назначают эти препараты, позиционируя это как антиэйдж-терапию. Хотя на самом деле какая-то может быть антиэйдж-терапия, если она даже не имеет до сегодняшнего момента времени какой-то четкого алгоритма и принятия решений вообще на самом деле и доказательной базы. Ну и осложнения тоже наконец-то начали появляться такие статьи, не могу об этом тоже не упомянуть, в частности различные виды анемии и в том числе по дефицит по витамину В12 и, наверное, более трудно диагностируемые такие анемии по сравнению с обычной железодефицитной анемией. Поэтому, если есть среди клиентов, конечно, такие вопросы, то наше предостережение, если можно так сказать, в том, что, ну, во-первых, это не следует делать без обследования и рекомендаций врача, но и даже если
если клиент, так сказать, решает, потому что многие боятся просто ходить на обследование, что-то делать, то всегда следует предупредить о том, что где есть какие-то эффекты, всегда будут и побочные действия. Ну, возможно, да, побочные эффекты. Но вообще, на самом деле, так вот подумайте, конечно, в эндокринологии, вот в метаболической эндокринологии, о которой мы сейчас начали говорить, то есть о эндокринологии метаболического синдрома, куда включается ожирение, сахарный диабет, типа дислипидемия, там есть препараты, которые могут потенциально увеличить продолжительность жизни и качество жизни. Потому но действие их же разное. Оно вот, разное, да. У людей, но... которые больны сахарным диабетом, и те здоровые, которые начинают это принимать. Абсолютно верно. Потому что есть такое понятие, там, первичная, вторичная профилактика тех или иных там, каких-то осложнений, в частности, сердечно-сосудистых осложнений. И вот в этой парадигме, да, препараты достаточно изучены, многие. Тот же самый, например, Оземпик, да, о котором мы сейчас, семаглютид так называемый. Ну, не только Оземпик, просто мы, наверное, торговое название не должны называть, а скорее группа препаратов, агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида, да, соответственно, который включает в себе целую плеяду препаратов, начиная там от лироглютида, который имел в свое время достаточно активное применение для лечения сахарного диабета и в том числе ожирения, семаглютид. Сейчас появились препараты твинкретины, которые содержат там комбинацию неких веществ, которые похожи по своему действию, да, соответственно. И там еще, если вспомните, экзонатид у нас был в реальной клинической практике. Действительно, они обладают неким влиянием на профилактику первичную и даже нет, в большей степени вторичную. Да, и там некие данные показывают, что может быть даже первичная профилактика. Но это не рассматривается в рамках антиэйдж. Это немножко другое. Да? То есть это как бы антиэйдж, это влияние на клетку, на факт фактически старение клетки и неразвитие того или иного заболевания или даже омоложение какое-то. И на этом спекулируют. Соответственно, вот допустим, вот видите результат там такого-то эффекта уменьшения сердечно-сосудистых событий вот, у метаболических пациентов, но мы не можем взять эту когорту пациентов и перенести на обычных людей, которые не имеют метаболических заболеваний, насколько это повлияет и вообще как это сделать, соответственно. Но часть людей в это очень охотно верит и назначает вот бесконтрольно, наслушиваясь разных блогеров, и разных интернет и инфо-цыган, которые там, условно говоря, продают свои какие-то сакральные знания, что вот ваши болтушки антиэйдж, вот там метформин, какие-нибудь там еще омега туда сразу запихнут, еще что-нибудь, витамин D, который панацея от всех заболеваний, который лечит все. Но, надо, говорю, действительно, с правильным врачом поговорить, тоже, наверное, такой, знаете, с врачом с головным мозгом доказательной медицины тоже не нужно смотреть, потому что они обычно все сводятся к алгоритмам оказательной медицинской помощи, а скорее такому врачу более с таким клиническим подходом, да, и он может объяснить и назначить ту или иную ситуацию, ту или иную терапию, потому что это очень важно. То есть все-таки оставляем данные препараты в сфере деятельности врачебной и для тех людей, которые имеют к этому показания. Вот мы об этом прежде всего хотим сказать, потому что еще раз соглашусь с Николаем, что, ну, очень муссируется эта тема. Никто не хочет шевелиться, то есть если можно не ходить на фитнес, помолодеть, похудеть, оживиться, повысить либидо и вообще все, что можно, так сказать, придумать для активной жизни, ну, начинают делать стимуляторы. Это не новость. То есть раньше были виагры, раньше были... Она и есть, никуда не делась. Да. Но, тем не менее, спектр добавился. Сейчас уже разных препаратов для оживления, как говорится, жизненных ситуаций. Вот. Я думаю, что вот позиция наших преподавателей и Николая как врача с богатой клинической практикой, в общем-то, однозначно это все препараты, которые назначает врач и назначает, конечно, по показаниям. Да, абсолютно верно, несмотря на то, что да, данные есть какие-то. А все-таки вот почему так люди здоровые вообще посмотрели на этот метформин, что сподвигло? Вот давайте... Основной эффект, как вы думаете, какой был такой вот триггер для такого запуска? Давайте так вот примерно историю проследим этого препарата, да, то есть или этой группы препаратов. На самом деле группа препаратов изучалась очень давно. То есть фактически 100 лет тому назад впервые появились
синтезированный, по-моему, Уоллес и Белл, что ли, синтезировали в 1922 году, примерно в то же время, когда инсулин Но появился. еще даже 200 лет назад применяли для Да, лечения да. Это разных инфекционных заболеваний. фактически как бы производные французской сирени, да, соответственно. Да. И вот потом на базе вот этой французской сирени появилось там вещество, не помню точно название, на базе которой уже сделали первые препараты бигуаниды, группы бигуанидов придуманные. Еще То есть тогда история богатая. богатая очень на самом деле. Вот все думают, что в 19 веке еще продолжали, несмотря на то, что в 19 веке еще продолжали лечить табачными клизмами и всякими заговорами, и там прикладыванием голубей к причинным местам и так далее. На самом деле часть ученых занималась достаточно серьезными изучениями. То есть, начиная от того, что там в конце 19 века у нас богатый опыт там использования вакцин, да, то есть появление вакцин, появление различных физиологических открытий, ну и в том числе и вот фармакология, Фармакологических, да. да, которая в принципе уже тогда понимали, что препарат, наверное, такой обладает неким эффектом, в том числе и антигипергликемическим. Его тоже назначали и для лечения, в том числе и сахарного диабета, на том момент не понимая, что это такое до конца. Да? Потом, значит, в середине 50, 20 века, в 50-60-х годах, достаточно мощная французская школа начала развивать тему использования бигуанидов в качестве препаратов для лечения сахарного диабета и, кроме этого, более углубленно оценивать влияние этого вещества на другие механизмы. В частности, люди стали больше жить, люди стали больше страдать онкологическими заболеваниями, естественно, начался поиск каких-то противоопухолевых препаратов, в том числе изучался бигуаниды. Вот эти препараты, там их было три на тот момент времени. Это фентермин, потом, значит, буфармин и метформин, соответственно, вот эти три препарата. При этом как бы из них два сейчас уже не существует, остался только метформин. Объясню почему. И самое интересное, что советская школа не фентермин, а фенформин. Некоторая пока это ошибка. То есть бывает, иногда бывает два препарата сходные по звуку, и как бы ты бываешь путаешься. Так вот, значит, и самое интересное, что наша советская школа, ленинградская школа, в частности профессора Дильмана и его учеников, в частности известный его ученик Лев Михайлович Берштейн, они точно такое же параллельно проводили исследования и действительно показали, что метформин обладает вот эта группа препаратов не только влиянием на гипергликемию, уменьшение гипергликемии, но и, видимо, влияет на митохондриальную активность клеток. И таким образом это значит, что, возможно, это вещество обладает влиянием противоопухолевым и, возможно, влияет на старение клетки. Это даже целая монография. Причем я вам могу сказать, что школа профессора Дильмана, она уважаема была во всем мире. Это настоящий ученый, это не сейчас, это нет те ученые, которые сейчас, это вообще, ну, фактически карикатура на тех ученых Один-два советских. больных уже статья. Да. То есть, иными словами, это действительно люди серьезного профиля. И вот и почему так Лев Михайлович Берштейн до сих пор, вот он, дай бог ему здоровья, уважаемый ученый, он действительно работает в таких парадигмах научной деятельности. И фактически они действительно показали, выпустив монографии, вот эти вот свои работы о том, что есть такой эффект. Но они также А что говорили. меняется? И гликолиз. Да, вот я как раз. Тем не менее, вопрос какой был? Значит, на какое-то время эта группа препаратов была загноблена из-за того, что там увеличился риск лактотоцидоза, но это касалось двух первых препаратов, а вот метформин этим не обладал действием, соответственно. Эти два препарата ушли в небытие, а метформин потом получил ренессанс в рамках исследований UKPDS, очень серьезного, наверное, ключевого исследования в диабетологии. Есть исследования такие, смотрели, ацидоз повышается, ну, лактат повышается после. Вот да, есть исследования, вот как раз особенно по фенформину и по буфармину вообще, в принципе, в 10 раз увеличился риск по отношению к метформину лактоцитоз, почему они были сняты с производства и фактически FDA запретила использовать препарат. Но в метформина это не касалось. Он увеличивает немножко риск появления лактата, особенно на моделях животных, но у человека я вот даже за свою клиническую практику и моих коллег не встречал лактотоцидоза на использование метформина. Хотя они описаны какие-то очень казуистические случаи, очень редко. Но тем не менее, это препарат действительно получил ренессанс в 90-х годах по результату вот этого исследования UKPDS в рамках за лечением раннего назначения в лечении сахарного диабета второго типа. И фактически опять начала новая волна изучения этого препарата, и которая начала говорить о том, что препарат не то, что обладает только антигипергликемическим эффектом, но и великолепными там Ну, антивещевой, митохондрии, митохондрии и так далее, лизосомы, да, лизосомы, влияние на мембрана. mTORC, на торг, на, ну как бы я его называю, ток,
торг эффект, да, так называемый, который позволяет продлить действие жизни, то есть продлевает действие на клетку, да, соответственно, на продолжительность жизни клетки. Какой механизм? Почему это происходит? Значит, сначала мы думали, что, или да, сначала думали, что это метформин работает через рецепторы только инсулина, то есть вот он влияет на инсулинные рецепторы, как бы фактически обеспечит фосфорилирование рецептора, там обеспечит передачу сигнала, и таким образом клетка лучше там усваивает глюкозу, там есть переносчики глюкозы. Потом оказалось ничего подобного, не только этот механизм, метформин, видимо, обладает еще влиянием на непосредственно митохондрии. А митохондрия – это наше такое, как сказать, место, где происходит синтез энергии, участвуется в различных окислительных восстановительный процесс, соответственно, там происходит, да, то есть у нас там целый каскад механизмов происходит. И оказалось, что метформин обладает действием на митохондриальный комплекс 1 в этом митохондриальной цепочке. И таким образом это может позволить не только усваивать лучше глюкозу, но и позволяет, как сказать, влиять на продолжительность жизни клетки, влияя на оксидативный стресс, влияя таким образом на процесс ее как бы старения, да, и в том числе влияя на препятствие атипии клеток, то есть таким образом ингибирует это действие, он атипия клеток а у не больных развивается. Все-таки избирательность действия будет больше на снижение глюкозы. И, скорее всего, избирательность это не такая выраженная, и то, и другое. Я думаю, что то и другое будет, причем это показано было и по окислительному стрессу, то есть так далее. И, соответственно, за это захватили. Но это захватились большие различные ученые, там получили некую какую-то информацию, а эти какую-то небольшую в рамках экспериментальных моделей. И как всегда это проявляет, как я уже сейчас сказал, что появились люди, которые хотели некую такую свою авторскую методику предложить и начали его использовать, предлагать как препарат антиэйдж. Хотя, еще раз говорю, вопрос был касался только большей степени гипергликемического эффекта, и некими модели показали, что есть еще вот такой дополнительный эффект. Но это требовало дополнительных исследований, на самом деле, которые до сих пор еще и не проведены, собственно говоря. Да, а как вы думаете, вот все-таки у нас многие люди занимаются и на голодный желудок, и с утра пораньше, и, так сказать, вот эти эффекты, даже если человек здоровый, у него нет повышенного сахара, он начинает принимать метформин, будет риск гипогликемической комы, он увеличивается? Риск гипогликемии увеличивается, но не сильно. Дело в том, что метформин работает как глюкозозависимый препарат, то есть если сахар высокий, соответственно, снижает. Да, то он снижает. Если сахар достигает определенных целевых значений, то гипогликемия развивается, ну, не так часто. То есть надо, чтобы несколько синергетических факторов было, вот которые вы описали, это наточковая тонировка, там, может быть, там условно какие-то факторы дополнительно, алкоголь, например, может усилить риск гипогликемического состояния, например, с метформином его сочетать не рекомендуется. Поэтому скорее метформин не будет вызывать гипогликемические состояния в большинстве случаев, но бывают люди, которые сверхчувствительны к метформину, и вот то, что я говорил, фармакогенетика, это метформина разная у каждого. А все под одну гребенку везут этот. У одного, значит, есть даже данные о том, что около 20%, там плюс-минус, в зависимости от исследования, вообще метформин не работает. То есть получается, когда ты даешь препарат, ты можешь получить побочные эффекты, которые там в виде поносов, тошноты, там каких-то вздутий и так далее, а может быть даже дефицит витамина D, который, кстати, не такой уж прям страшный, но тем не менее его можно получить, но при этом не получить того эффекта, который ты хочешь в виде антиэйдж. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? Да, дорогие друзья, ну вот лишний раз еще раз хотим подчеркнуть, что все очень персонализировано, все очень индивидуально, и все-таки риски существуют, хотя и небольшие, но они существуют для гипогликемической комы, и особенно если вы бегаете один, и бегаете в каких-то местах, где нет народу и рядом людей, которые могли бы вам оказать такую помощь, но бегаете, но имейте при себе какой-то небольшой сладкий фрукт, печенюшку, имейте запас воды и другие средства, которые могут вас быстро привести в нормальное состояние. Но, тем не менее, вот еще раз хотим подчеркнуть, что любые, так сказать, на сегодняшний день какие-то технологии, которые появляются в виде фармакологических средств для омоложения, они имеют неоднозначные эффекты. Вот
об этом надо помнить. Да, то есть это очень важно, потому что, и, ну, и, кстати, когда бегать, нужно понимать, что метформин, например, с тяжелой физической нагрузкой несопоставим, например, анаэробный. Mm-hmm. Это нужно понимать, что в анаэробных зонах метформин может увеличивать риск лактотоцидоза, кстати. Это очень важно понимать, да. Это даже в инструкции написано. То есть, если вы, допустим, используете метформин, у вас тяжелые анаэробные нагрузки, или даже не тяжелые, там просто анаэробное какое-то постоянное накопление, mm-hmm. а если вы еще и заливаете, пьете алкоголь, там, и еще какие-то другие факторы, или есть еще какие-то проблемы с сердечной недостаточностью, то очень риски высокие каких-то побочных эффектов. Поэтому метформин не витаминка. Далеко не витаминка, которым и даже витаминки сейчас уже понятно, что нужно давать очень осторожно, в зависимости от того, какие нужно ли. Каких витаминов да. не хватает. Да, да, не хватает, да, и точечно, не как-то, знаете, все подряд есть в каких-то непонятных дозировках. Поэтому препарат, видимо, может обладать какими-то более дополнительными эффектами, кроме антигипергликемического, да, и гипогликемического. Ну, может и не обладать. А может и не обладать, потому что нам нужно проводить достаточно серьезные исследования, которые позволят дифференцировать в зависимости от фармакокинетики вещества, фармакогенетики, посмотреть, какие дозы более оптимальны. Потому и, что... и проконтролировать сахар все-таки. Да, контролировать сахар. Сахар или нет. Исследование должно быть длительное, в него нужно вкладывать большие деньги. Выборка должна быть не там не 10 человек далеко, это должно быть минимум 1000 человек, соответственно, которые хоть как как-то вам позволило бы оценить влияние и сравнивать, соответственно, эти группы с группой сравнения, да, которые не принимают этот препарат, допустим, даже несмотря на то, что они одинаково примерно стареют. Да. Поэтому это очень сложно на сегодняшний момент времени. И когда голословно говорят, что метформин такой антиэйдж препарат, но еще раз говорю, посмотрите на основании чего говорят эти люди. Обычно это на животных моделях, на червях каких-то кольчатых, на мышах. Но мы не можем же себя сравнить с кольчатыми червями по метаболизму и по разным каким-то механизмам молекулярной активности. Это странно очень было бы, да, соответственно. Мы при всем там некой схожести в неких механизмах, мы все равно другие. Ну, на людях это реально настоящие жемчужины, если появляются конечно. Такие исследования. В основном, как мы уже сказали, ленточные черви, да. по землекопам, да, да, мухи, дрозофилы, всевозможные. То есть перечень вот на лекциях наших... Хорошо бы, чтобы приматы еще какие-то были, но просто приматов и даже на приматов это дорогие не исследования, это слишком дорогие. Там запрещены да. уже на многих да, да, да. такие исследования. Я нашим студентам как раз показываю на курсе инструктора уже даже такую огромную большую таблицу, на ком проводятся исследования, которые мы читаем относительно здоровья, и таких, которые были бы на протяжении там 10, 20, 30 лет и более, это, ну, их можно по пальцам пересчитать. Конечно, такие исследования. Практически. Вот. Поэтому, друзья, не вот все перепроверяем, читаем во всех статьях конфликт интересов. Обязательно есть или нет, кто аффилирован с какими фармацевтическими компаниями из исследователей, если есть какие-то публикации. Вот сегодня это такие правила восприятия, наверное, информации, с которой приходят наши клиенты в фитнес. Не все это читают, не все знают об этих правилах. И тренеры, конечно, я стараюсь всегда об этом напоминать, должны быть подготовлены и помните, как о положительных эффектах, так и возможных осложнениях. Да, кстати, еще хотел бы добавить, на самом деле, откуда вся эта история с антиэйджем-то пошла-то, я тут сейчас подумал и вспомнил, это же вся история Силиконовой долины началась. Там так называемые исследования Силиконовой долины, антиэйдж, они начали этот метформин есть, и типа, и до сих пор, кстати, по-моему, идет это исследование. Нет, там вся Америка сейчас на этом метформине. А по реальности исследование было закончено, это Майлз исследование, там, по-моему, представьте, там 14 человек было. Какое вообще супер исследование с 14 людьми? Как можно сделать выводы на выборке 14 людей, при этом не учитывая многих нюансов, о которых мы сейчас говорили? Да, там мало того, что должно оценивать молекулярные особенности, эпигенетику в идеале посмотреть, микробиом, потому что метформин оказывается, что он может и положительно и на микробиоту влиять, и на эпигенетические механизмы, и, возможно, даже генетика даже не преобладающая в качестве антиэйдж действия метформина, как бы этого антиэйдж, который мы пока не знаем, есть ли он вообще. Вот, а именно эпигенетика, микробиота, которую все любят использовать сейчас, тоже модное направление, микробиота, везде, во всех направлениях, то есть до ковида все в микробиоту вкладывали деньги, сейчас значит, непонятно сейчас во что. И сейчас вроде как запущен проект TAME, по-моему, исследование, если не помню, как он называется, которое взяли достаточно большое количество пациентов, там порядка 3000, с дозой, по-моему, метформин 1500,
Но оно будет продолжаться долгое время, пока мы не можем точно сказать, когда оно закончится. Вообще, может быть, скажут, что никакого эффекта не будет, то есть и так далее. Пока вот это только-только пока все на начинается. Физкультуру. Физкультура, да. Пока все питание, на физкультуру, сон. Питание, сон, образ жизни, режим Да. жизни, положительные эмоции. И вот мы уже можем, наверное, плавно перейти. Но пусть будут на надпочечники, вот раз мы до эмоций тут, так сказать, уже дошли. Ну, можно, да, перейти к ним. Как можно контролировать стресс, помимо, так сказать, ну, лояльности к происходящему, к философскому восприятию жизни, вот наверняка же тоже есть технология, ну, как уменьшить стресс. Стресс же в любом случае это защитная реакция на что-то, на окружающую среду, да, то есть и основным фактором, который современный мир. Но сейчас это не только защитная реакция, это образ жизни. Как бы у всех кнопка пуск включена, ей нужна эта реакция, не нужна. Ну нет, эта я реакция. Говорю, глобально она, это защитная реакция в ответ на какой-то триггер окружающей среды. Другое дело, что сейчас триггеров стало очень много. И они создали некий определенный фоновые нагрузки на человека. Организм, видимо, формировался миллион лет назад немножко в других условиях. Мы не были такие толерантные, к, там, допустим, к звукам, как сейчас, да, вот, например, если человек, там, не знаю, лет хотя бы 100 тому назад попал бы в современный мегаполис, мне кажется, он, ну, с ума бы сразу сошел бы, от, ну, по крайней мере, нагрузки эмоционально от звуков, да, но зато, например, они были толерантны к запаху на тот момент времени, да, те люди, которые жили там в 15 веке, явно, когда помои выливались, соответственно, в куда-нибудь в город, там, они были более толерантны, чем мы бы сейчас то попали бы, и очень сильно бы удивились бы, и нам это очень не понравилось. Но акценты стрессов меняются. Да, и вот, конечно же, вот такая многозадачность, мало достаточное количество смещения циркадиадных ритмов, изменение поясов часовых, потому что многие работают вахтовым способом и так далее. И многие другие факторы, да, там, современном человека, нагрузки, там, это вот гаджеты, разнообразные звуки и так далее, конечно, сильно давят на нашу вот эту, скажем так, систему стрессовую, там некая целая как определенная плеяда разных веществ, которые вырабатывают, там и кортизол, и препараты катехоламины, и работа и с автономной нервной системой. И, конечно же, современный человек, он, конечно, очень такой подвержен этому стрессовой ситуации. И, конечно, я понимаю, вот логически это невозможно полностью убрать, это невозможно. Ну, но есть же какие-то определенные, вы знаете, вот есть такая, как сказать, такие столбики, которые одни выходят сильнее, а другие, ну вот выходят, но они меньше оказывают такое влияние. Вот надо, конечно, некие моменты все равно работать, исходя из все-таки модифицируемых, это все-таки компенсировать сном хотя бы, там, хобби есть определенные, там, ходить, если надо, психотерапевту, там, работать с какими-то, ну, то есть не забывать о друзьях, ну, тоже засеять поле, как говорится, ну, да, в психологическом, да, смысле, как мы это обязательно, сказали, потому в что надо отвлекаться от работы и так далее, но вот если вы хотите сказать какую-либо возможность использования препаратов для того, чтобы устранить, значит, ситуацию. Да, хотим волшебную таблетку. Но опять-таки, здесь может быть в каком-то смысле поможет нутрицептика. То есть она может уменьшить влияние того же самого кортизола и питания, кстати, вот, ну, в глобальном смысле. Есть предположение, что определенные типы питания могут обладать таким влиянием, снижающим кортизол, соответственно. Например, препараты, такие как магний, там, допустим, витамины группы В, они могут тоже обладать неким влиянием, снижающим такой эмоциональной составляющей, уменьшая концентрацию кортизола. Но, опять-таки, это только вспомогательная составляющая, да, то есть это не является основной. Омега-3 тот же самый, витамин D, но, опять-таки, нужно правильно подбирать этот препарат, нужно правильно консультироваться с нутрициологом, либо, ну, не нутрициологом, скорее, я бы, наверное, относительно бы не разделил бы нутрициолога, потому что часто нутрициологи вообще, в принципе, не имеют никакого медицинского образования, имеется в виду врач. Если вы обращаетесь к врачу, он вам более правильно подскажет в этой ситуации. Но еще раз говорю, мне кажется, вот стресс – это такая вещь, которая, ну, вот сложно современному человеку как-то устранить полностью. Ну, в основном крутятся вопросы вокруг мелатонина, вот имеет ли смысл прием, для, в том числе для улучшения сна, вот, расслабления. Мелатонин достаточно неизученное вещество в плане именно фармакологического воздействия.
То есть у нас до сих пор полноценно нет препарата, который прошел все клинические исследования. Еще различные фитотерапии, которые препараты якобы, так сказать, нормализуют симпатическую, парасимпатическую нервную систему. Типа шваганды какой-нибудь там, да, то есть. Ну, тут там, выбор большой да. сейчас. Что думаете? Я думаю, что да, что-то может помочь, действительно. То есть я не буду сейчас как бы перечислять все вещества. Давайте так, это все-таки не задача как бы. Какую-то лекцию прочитайте со всякими дозами, да, то есть задача некая обсудить подкаст, да, то есть какие-то общие позиции. Подходы, да, да. Нужно, не нужно, скорее всего, нужно. Ждать побочки. Скорее всего, нужно, но тут нужный момент какой. Если вы врач доказательной медицины, или там, допустим, у вас нет опыта работы, наверное, выбираете препараты, которые имеют доказательную базу и, или являются препаратами. К этим препаратам можно отнести там витамин группы D, который, в принципе, надо всем устранять даже без каких стрессов там и так далее. Он действительно положительно влияет на нервную систему, но не надо его переоценивать. Омега-3, который тоже положительно влияет там, на метаболизм, значит, липидного спектра, на печень влияет, положительно влияет на иммунную систему и, вероятнее всего, тоже влияет на кортизол. Это мы тоже примерно предполагаем. Но тоже, опять-таки, в рамках официального препарата у нас он есть, как бы, к сожалению, один, но он есть, соответственно. Если же и так далее, то есть там железо и другие вещества. Тот же самый магний можно периодически назначить. Если же вы не врач доказательной медицины, или у вас там, допустим, некие наработки уже имеют место, то, конечно, может быть, спектр расширится в виде фитотерапии, потому что все-таки в доказательной медицине мы не используем, не рекомендуется использовать, потому что у нас есть юридическое обязательство на риски, да, какие-то побочных эффектов, а потом тебя могут просто, ну, засудить, да, то есть, и ты не имеешь права это делать. И даже вот этот термин, который, знаете, часто используется, но хуже не будет, это неправильный термин. Хуже не будет. Что значит хуже не будет? Нужно, чтобы было лучше. И даже нейтральный эффект мне не нужен, соответственно. Зачем я назначаю препарат, трачу, пациент тратит на это деньги, время свое и так далее. Имеет еще кумулятивный эффект. Да. Сейчас-то, может быть, хуже не будет, а сказать, да. что-то поднакопится и потом будет. Пациент, препарат не изучен, да, то есть, ну, допустим, не изучен. Да, возьмем какое-нибудь там вещество, которое обладает там. Но здесь некое должно быть баланс вот между вот некой, скажем так, вот назначением препарата, возможностями этого препарата, плюсами, минусами и возможными побочными эффектами. Ну, мелатонин все-таки наиболее такой, мне кажется, изученный и популярный. Вот особенно он... люди используют, кто имеет сменный график, как вы уже упомянули, различные вахтовые методом работает, часто ездит в командировки, имеет различные в нескольких городах офисы и так далее. Не, безусловно, просто он как раз и изучен в рамках смены часовых поясов. То есть он не изучен как антиэйдж, допустим, полноценно, он не изучен как вещество, как там прям прекрасно снижающее кортизол и там антистрессом. Да, безусловно, мелатонин обладает действием с учреждением физиологии на кортизол, он снижает. И я бы, наверное, его использовал, особенно если у вас какие-то проблемы со сном. Но проблемы со сном – это не только проблемы с мелатонином или как бы стрессом и так далее. Там может быть куча различных заболеваний, в этой ситуации нередко нужно подключать сомнолога. Да, специалисты, которые занимаются нарушением сна. Сейчас все стали сомнологами. Нет, именно хорошего качественного сомнолога, мы об этом говорили в прошлый раз на предыдущем подкасте, соответственно, и обсуждали, что сомнология – это достаточно отдельное направление, которое требует, собственно… Да, это мы понимаем, но так сейчас со сном кто только не дает рекомендации. Ну, да, да, просто если вот мелатонин начали использовать, и эффект там какой-то от него не совсем большой, который вы хотели получить, то продолжать его использовать и получить его там спустя, там, не знаю, год – это не совсем верно. То есть, не факт, что вообще он может побочные эффекты какие-то вызвать, потому что, еще говорю, препарата нету как такового, это все в основном БАДы. Либо псевдопрепараты, которые типа прошли какие-то клинические исследования, как вот у нас Арбидол есть, такой препарат непонятный. Как бы я не хочу антирекламой заниматься, но вот, ну действительно, зачем продвигать препарат с непонятным эффектом, с непонятной доказательной базой, соответственно. И то же самое здесь. Вот есть такие препараты, родиопрепараты, и а нет. А вот то, что принимали наши бабушки, там дедушки, всякие пустырники, валерьянки, но... там... Они седативным эффектом обладают, просто вот вызывают. Кортизол снизу? Конечно, снижает. Если человек сон нормализовывается, у него улучшается, ну, он не сильно думает о каких-то проблемах, конечно же, фитотерапия какая-то будет обладать. Просто понятно, что это в рамках некой не совсем чисто доказательной медицины, но тем не менее есть безопасный препарат, тот же самый пустырник, да, то есть мы можем использовать какие-то чаи там заваривать. То есть, но ждать от них какого-то там сверхэффекта по снижению уровня кортизола, или там, например, или на борьбе думать, что это вообще не работает. То есть, вот эти так называемые поля.
популярность, сверхэффект или ничего не работает, это тоже неправильно. Но надо компилировать. Все-таки медицина – это не наука, это ремесло. Она сочетает данные медицины. Наука эмпирическая, обязательно. Да, да. То есть, но... кто что обобщил какой опыт, тот и продвигает. Поэтому, наверное, так, если резюмировать, да, то есть, как с кортизолом бороться. То есть, это вот этот квартет здоровья устранить, то есть, это всегда питание, физическая активность, стресс, сон, да, то есть, стресс – это максимально устранить факторы стресса, которые на вас здесь, например, может быть, сменить работу даже. Так вот бывает. Если это вам сильно прям подавляет вас организм, что не всегда возможно. Фармакологическая поддержка может быть официально в рамках витаминно-минеральных комплексов, и есть некие неофициальные подходы, то есть не входящие в рекомендации, которые не опасны, но требующие контроля врача, который тоже вам поможет. Те же самые магний, там пустырники, о которых вы сейчас говорите, и там много чего. Ну, я бы добавила в качестве рекомендаций применить восстановительные так называемые тренировки, не только бегать, работать с железом, играть в волейбол, баскетбол и так далее, но сегодня существует огромный перечень тренировок, которые влияют на восстановление. Имофасциальный релиз, стретчинг, дыхательная Все гимнастика. Верно, да. Вот такие виды инструментальные методики разнообразные могут быть. Да, различные массаж, вот эти массажные пистолеты с виброэффектами такими. То есть, ну, собственно говоря, методик сегодня много, и физиотерапевтических, и криосауна, и локальная криосауна, и флоатинг-камера, то есть, ну, кедровые бочки, а что-то вам говорить, фитнес-клубы сегодня Коньячные наполнены. Бочки. Нет, погрузился, выпил немножко коньячка, и все, и так немножко расслабился, и кортизол упал. Думаю, что идея хорошая. Кому-то кто-то ее осуществил. Бочка с вискарем. Была ванна, а как антиэйдж-терапия была у королевы Елизаветы, так сказать, ванна. Наполнена кровью младенцев. Наполнена белым вином. Есть ванна с шампанским, это было, да. Но до коньяка, наверное, дело тоже дойдет. Да, и еще немножко хотел добавить, буквально вот 2 минуты. И просто в чем проблема-то еще? Вот, вот мы же про эндокринологию говорим. Естественно, в рамках такого стресса бывает развивается действительно некая декомпенсация выработки надпочечников, да, там кортизолом. Кортизола, да, надпочечниками кортизола. Он как бы называется в рамках среди определенной категории врачей, там интегральных врачей, практиков или там персонализированного так или так называемой медицины или, как сказать, антиэйдж медицины, называется так называемый синдром усталых или уставших надпочечников. В принципе, термин, конечно, очень сленговый, неправильный, но, видимо, какой-то такой механизм имеется. Вот мы даже на примере перетонировки мы можем сказать, что действительно вторая фаза парасимпатическая – это фактически синдром усталых надпочечников. Если перевести, человек слабый, сонливость, тяжело стоит. Но как они компенсируют, кроме витаминов, минералов, там, и не устраняя, не всегда устраняя социальные факторы, которые привели к этому состоянию, потому что она же не просто так развилась, это же не органическая патология, это функциональное расстройство чаще всего надпочечников, они заменяют это назначением даже препаратов глюкокортикостероидов. Это вообще-то, я не знаю, насколько это порочная практика, потому что если вы назначаете препараты глюкокортикостероидов, вы еще больше будете потом, если вы же не будете всю жизнь больше принимать эти глюкокортикостероиды. И часто эти пациенты еще отменяют их неправильно. И еще больше усугубляет течение. То есть, потому что по механизму отрицательной обратной связи может подавиться собственная гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Потом часто пытаются заменить вот такой, лечить этот синдром усталых надпочечников дегидроэпиэндостероном, так называемой ДХЭ, добавкой. Вполне возможно, она может обладать таким эффектом. Не случайно вещество попало в лечение надпочечниковой недостаточности. Не просто так она попала туда и вот в официальных рекомендациях. Но просто тут надо очень серьезно, дифференцированно к этому подойти. Доказательная база слабая по многим вещам. А побочные эффекты могут быть, и вы особенно потом будете... Особенно с отменой. Да, особенно с отменой. Ну, 4-дегидроэпистерон, наверное, не случайно попал, потому что это первый гормон, который сигнализирует о том, его снижение, о том, что запустились механизмы старения, и он первый начинает снижаться. Он, да, с возрастом тоже снижается, дегидроэпистерон. И первый гормон, который...
выстреливает у ребенка вот в биологическом возрасте 7 лет, когда показывает, что запустились механизмы полового созревания. Поэтому гормон важный, я думаю, не случайно на него Он до сих важен, но пор его требует очень много доисследования. акцент. Но проблема в том, что он очень вариабельный. И на Это сегодня его в правда, да. клинической практике очень сложно мониторить, потому что но появление масс-спектрометрии с разбиванием на фракции может быть как-то решит эту проблему. Нужен человек, который систематизировал эту информацию и провел достаточно серьезные исследования. На самом деле, мы много чего не знаем в тех же самых стероидном профиле. Мы ориентируемся либо на окончательные какие-то вещества, типа кортизола, там, либо тестостерона с эстрадиолом, да, а реально промежуточные вещества могут быть там предшественник тех или иных состояний или каких-то признаков тех или иных заболеваний. И ДХЭ, возможно, он не случайно, он как бы в антиэйджную терапию даже так же вшит, на самом деле. Он может, видимо, влиять, но проблема в том, что препарат до конца не изучен, опять-таки, нету достаточно больших исследований, которые показали, что этот препарат максимально эффективен в тех или иных, или там эффективен в тех или иных ситуациях, но тем не менее его в рекомендации включили. То есть они там есть. Да. Как бы, но еще какой момент. Часто препарат продается как БАД. А если он продается как БАД, мы не знаем, что там за вещество. Может быть, там вообще масло какое-нибудь льняное залили, соответственно, или какой-нибудь порошок в виде мела соскребли со стеночки и туда запихнули. Поэтому здесь очень важна некая стандартизация, что опять-таки нету. Поэтому тот вот как бы с этими надпочечниками все опять-таки сводится к тому, что устранять социальные факторы, но некую поддержку все равно врач вам может дать, если только он должен вам это делать правильно, контролировать, и очень надо это делать под контролем Ну, специалиста. соглашусь, Николай, тем более, что социальных факторов сейчас добавилось очень много. Это и социальное тревожное расстройство, это постоянная озабоченность политической ситуации. Все время люди следят за какими-то Все политики, таблицами, политики. Вирусологи, политики, спортсмены профессиональные и так далее, в зависимости от Более контекста. того, даже, так сказать, новую международную классификацию болезней МКБ-11 вошло такое состояние, которое называется синдром больного здания. И вот в Финляндии даже есть общество, которое, так сказать, объединяет людей, пострадавших от этого синдрома, когда люди работают без окон, без дверей, с искусственным Да, освещением, да. вентиляцией, и испытывают потом головную боль, стресс, тревожность и так далее. Поэтому наше пожелание вот к тому, чтобы вы выбрали место, где вы хотите работать, чтобы оно было с искусственным, чтобы там не было искусственного освещения, чтобы был естественный свет, естественная вентиляция, чтобы вы смотрели все как можно меньше, да, новостных программ и оградили себя, потому что они работают, знаете, как бы нам подсовывают механизм, вот этот искусственный интеллект, то, что смотришь, тебе и подсовывают. Даже, Да. может быть, дальше бы и не смотрел эти новости, но все, один раз глянул, и тебе будет сыпаться вообще эта новостная лента со всех каналов. Поэтому что любишь, то и получаешь. Вот. Поэтому избирательность в просмотре телевидения, обращайте внимание на помещение, где вы работаете, живете, спите и так далее. Вот это то самое поле, которое нужно здесь обязательно засеять, чтобы и гормоны стресса у вас не зашкаливали, потому что какие бы вы препараты ни принимали, вот эта тревожность не уйдет, если вот эти факторы будут оставаться. Николай, ну, подходим к все-таки гормонозаместительной терапии. Да, ну вот как получается, что есть вот направления, которые у нас в эндокринологии во многом выстроены, исходя из квартета здоровья, вот этого, который не тот квартет здоровья, который предлагает известная клиника, основан на фармакологическом подходе, а именно нефармакологический квартет здоровья, так называемый, который, кстати, влияет на ожирение, метаболический синдром. И действительно, мы же и будем лечить все равно какими-либо препаратами, там, если вдруг у него разовьется там, тем же самым метформином, как препаратом первого выбора, под контролем врача, возможно, какие-то витамины, минералы. Но есть у нас в эндокринологии действительно антиэйдж-терапия. Вот она настоящая антиэйдж-терапия, без всяких вот этих но, там недоисследовано, непонятно и так далее. Вот именно действительно антиэйдж-терапия, которая влияет на продолжительность качества жизни. И это как раз гормонозаместительная терапия в рамках использования половых гормонов. То есть, что у мужчин, что и женщин.
Ситуация следующая, что тестостерон заместительная терапия, что менопаузальная гормональная терапия, когда женщина уже все переходит в климактерический синдром, и ей есть возможность, если нет противопоказания назначения менопаузальной гормональной терапии, они увеличат и качество, и продолжительность жизни. Причем это доказано большим количеством исследований, серьезных исследований, и в последнее время это просто целый бум вот этих последовательных, серьезных методологических исследований, которых раньше у нас никогда в той же самой андрологии не было, потому что она была очень сильно ограничена в рамках урологии, там какой-то такой чисто урологической составляющей. А сейчас уже мы понимаем, что эта андрология – это более широкое направление. И самое это парадоксальное, Елена Константиновна, что врачи, зная, что мы читаем лекции, говорим об этом, не пользуются этим в своей клинической практике. Многие, я знаю причину, потому что очень большая такая составляющая, почему люди боятся и вот как-то с осторожностью подходят к таким препаратам, это боязнь онкологии. То есть много таких, может быть, где-то мифов, где-то каких-то отдельных случаев, что повышается риск онкологии, значит, щитовидной железы, матки, там, представьте, железы. Вот при ее, когда, так сказать, ну, большая концентрация гормонов, и она еще повышается с помощью гормонозаместительной терапии. Можно пройтись прямо по конкретным направлениям. Если мы говорим про тестостерон-заместительную терапию, то есть так называемый витамин Т, как некоторые витамин называют, Т. Да, спортсмены, витамин Т. Значит, по тестостерон-заместительной терапии была действительно точка зрения о том, что препарат тестостерон увеличит риск рака простаты, только рака простаты, то есть о других типах рака вообще ничего не говорилось. Значит, это была точка зрения бытовала еще с 40-х годов 20 века, когда на двух пациентах было показано, что назначая тестостерон у прооперированных по поводу рака или пролеченных по поводу рака простаты пациентов увеличился рецидив. 20 человек было, я напоминаю, было 5, но там их, если дифференцировать, было 2. То есть, как можно делать вывод на двух людях, совершенно непрофильных, которые изначально имели риск, уже высокие какие-то проблемы, может быть, там особый тип онкологического процесса был. Мы должны понимать, что на низком тестостероне, а как их лечили? Делали кастрации, то есть там, собственно говоря, одна из лечений на тот момент времени была. Да, не было. Ну, то есть это старые исследования. Старые исследования 40-го года. Да, кстати, вот эти два ученых, они получили Нобелевскую премию о том, что тестостерон влияет на предстательную железу. Вот таким образом вообще влияет, но... И это было еще неким таким камнем того, что вот так это же Нобелевские лауреаты сказали. На Нобелевские лауреаты, на самом деле, если посмотреть, какие Нобелевские премии давали по медицине и физиологии 50-х там, и раньше, много что там очень, сейчас, очень да. много того, что, ну, я далеко могу сказать, что это можно было спокойно, ну, скажем, ну, это были либо фейк какие-то исследования, либо они совершенно методологически неправильные были, соответственно, сделаны. И получается, что долгое время бытовало мнение, что действительно рак предстательной железы усиливается или развивается даже де ново на фоне использования тестостерон-заместительной терапии. Потом вышла модель ситуационно, она была предложена одним из основателей современной андрологии, вот такой более широкой, это Абрахам Маргенталером, он работает в США. Она была поддержана многими известными андрологами, урологами, и накопившийся опыт уже в клинических исследованиях показал, что никакого, и в том числе в научных исследованиях, а потом уже в клинических исследованиях, не показал никакого риска рака предстательной железы при использовании тестостерон-заместительной терапии. Причем там есть четкая точка насыщения, то есть 8, и далее, даже сколько бы вы ни вводили уровень тестостерон, риска не будет. Наоборот, показали при низком тестостероне риск рака предстательной железы гораздо выше. И поэтому, но у врачей-эндокринологов и урологов до сих пор сохраняется какой-то некая боязнь, причем поменялись все рекомендации абсолютно. Да, понятно, что если у пациента... Качество препаратов изменилось. Да, изменились препараты, появилась большая доказательная база на этот счет. Понятно, что если у пациента есть рак предстательной железы, не надо ему тестостерон назначать, но мы для этого и существуем, врачи, которые дифференцируют, есть у него риски какие-то или по противопоказания, и все. А какие вот противопоказания, но риски? Они сейчас очень сильно сосузились до чего? До того, что если мужчина планирует иметь детей, то ТЗТ мы ему не назначаем. Там есть другая стимулирующая терапия, да, для этой ситуации. Если у пациента есть метастатический либо локальный распространенный рак предстательной железы, это тоже является противопоказанием. Это гематокрит более 54, тогда мы тоже ТЗТ не назначаем, соответственно, в клинической практике.
Это наличие рака грудных желез, соответственно, в качестве, ну, это очень редкое состояние. И хроническая недостаточность, сердечная недостаточность 4 класса, это смертники. Им вообще-то стероносомесительную терапию, в принципе, не надо назначать, они как бы уже доживают свою жизнь. То есть, фактически сузили вот до таких вот очень небольших количеств противопоказаний. Раньше там и синдром сонного апноэ был, и симптомы нижних мочевых путей, и ПСА более 4, даже ПСА более 4 убрали в качестве противопоказаний, потому что часто ПСА более 4 может быть проявлением доброкачественной гиперплазии предстательной железы. И доброкачественную гиперплазию убрали. То есть очень сильно сузили до достаточно агрессивных вариаций. Да, все-таки у многих, кто пошел на физкультуру, у всех, ну, не у всех есть такое понимание, что нужна эта гормонозаместительная терапия. Ведь мы же говорим и пишем о том, что позанимался физкультурой, качнулся, особенно силовые нагрузки, тестостерон поднялся. Был вечером 20, там, допустим, сделал какую-то силовую работу, утром сдал анализ, он уже 30. Ну, такое как бы стимуляция хорошая за счет физкультуры. Нужно ли здесь вообще, или можно обойтись физической нагрузкой, и будет тоже хороший фон? Ну, смотрите, как бы тут ситуация следующая. Есть функциональное снижение тестостерона под влиянием факторов окружающей среды, там недостаточная физическая активность, избыток веса там, и так далее, то есть нарушение обратной связи, так называемой гипоталамус-гигонады. Здесь может быть снижение веса, питания, образ жизни поднимет. Это будет такой некий тестостероновый бустер. Мне все задают вопрос, а скажите, какие-нибудь тестостероновые бустеры, вот такие, которые помогают улучшить. И да, я говорю, самый главный тестостероновый бустер, опять же, тот же самый квартет здоровья, не медикаментозный, квартет здоровья. Это самое главное. Дальше там какие-то там витамины и минералы можно добавлять, там цинк, витамин D, ашваганду какую-нибудь и так далее, там тот же самый ДХ. Кстати, не трибулус. Трибулус, оказывается, не обладает таким эффектом, он больше маркетинговое вещество. Так вот. А дальше, если функциональные какие-то проблемы вы устраняете, этот стерон поднимется самостоятельно. Но если у пациента уже достаточно серьезная органическая проблема, а часто функциональные, особенно на фоне ожирения, переходят потом в органические, то есть уже даже сбросив вес, устранив факторы, тестостерон не поднимается достаточно значений, то тогда здесь решается вопрос назначения тестостеронозаместительной терапии. Почему? По многим причинам. Первый момент, если он полноценно не поднимется, мужчина, извиняюсь, ему 35 лет, а у него тестостерон 12 или там 11, это низкий уровень тестостерона для него, для его возраста, да и в принципе, ну, по показаниям. Да, уже показания для тестостерона. То есть показания, вот цифры какие-то, вы уже можете сказать? 12,1 наномоль в наших рекомендациях, когда и ниже, дальше выясняется, смотрится свободная фракция тестостерона с помощью там расчетной формулы по номограмме Вермюлина, и уже врач принимает решение назначать препарат тестостерона. Но на самом деле здесь вот мы уже говорим часто на своих мероприятиях по андрологии, наверное, эта цифра еще компромиссная. В реальности, наверное, есть пациенты, у которых уже и признаки гипогонадизма возникают и гораздо на более высоких цифрах тестостерона, там 14-13 наномоль, даже исключая коэффициент вариации есть такой. А если вот мужчина ведет здоровый образ жизни, хорошо сложен, так сказать, следит за питанием, тестостерон больше 20, нужно гормонозаместительная терапия? Нет, здесь нет. Понимаете, в медицинской практике нет понятия, как сказать, назначения препаратов не согласно рекомендациям. Или, например, даже если, допустим, есть, и мы в реальной клинической практике, мы не всегда прям 100% следуем рекомендациям в этой ситуации, зная уже, накопив опыт, да, то есть я могу себе позволить иногда бывает немножко раньше начать терапию, несмотря на то, что в рекомендациях там, допустим, 12... видите, да, я вижу некоторые симптомы, да. Вот если у пациента, допустим, тестостерон там 13-14, вроде бы это норма, но у него есть симптомы там гипогонадизма, слабость, он с ожирением, его мотивирован слабый, у него какие-то приливы там и так далее, и проблемы эмоционального фона, то есть теоретически можно в этой ситуации пойти на компромисс, договориться с пациентом, получить его информационное согласие о том, что он готов, например, тестостеронотерапию пробную получить. Это, кстати, во многих таких публикациях, и среди, вот я просто участвую в различных андрологических мероприятиях, вот так отношусь, вхожу там и в призм, и в различные другие структуры, и действительно многие мировые андрологи, серьезные андрологи, это все-таки как бы не какие-то там люди, они тоже также говорят, что да, вот в определенных ситуациях мы можем идти на принцип компромисса. Но если тестостерон высокий, если вы видите, скажем так, значит, пациент к вам приходит для того, чтобы тестостерон на нормальном уровне тестостерон, чтобы ему назначили в качестве антиэйдж терапии, тут вопрос очень, ну, как бы однозначно так делать не стоит. Мы говорим тогда, когда у пациента есть вот признаки гипогонадизма, признаки вот этого это падения. Это может продлить долголетие, да, активной, да, жизни. Да, потому что если тестостерон упал, продолжительность жизни будет уменьшаться. Николай, а стоит сделать анализ такой, посмотреть отклик организма на физическую нагрузку? Вот.
на посмотреть, как Да, но бы только какая физическая нагрузка? Мы должны понимать, что физическая нагрузка может быть и фактором подавления тестостерона, и фактором ну, повышения. силовая все-таки Силовая больше как бы повышение. Там повышает, всякие да. разные спринтовые нагрузки, они могут повышать на Понятно, что тестостерон. марафоны снизит, Конечно. да. И изнуряющие, длительные. Считается, что для тестостерона опасно длительные изнуряющие нагрузки. Он сильно Ну, в подавляется. пределах 1,5 часов силовая нагрузка, то есть взять какую-то базовую Можно тренировку, попробовать, да, конечно. комплект, Да. и здесь уже потом принимать решение на, если пограничные какие-то значения, да? Да, возможно, это имеет значение и, наверное, сыграет роль. Но еще есть какой момент в нашей в андрологии, да? Мы должны понимать, что у разных людей разная также чувствительность к тестостерону рецепторов. То есть это тоже часто не говорится в официальных рекомендациях, хотя, правда, и самовские рекомендации внедрили эту составляющую, и, по крайней мере, задуматься об этом. То есть у кого-то 15 тестостерон, да, то есть или, например, 17. А чувствительность к рецепторам очень слабая, да, соответственно. И даже если ему, допустим, дать физическую нагрузку, он вроде поднял его, а реально у него эффект восстанавливается он хуже, потому что для него этот уровень тестостерона не очень хороший. Тут, конечно, очень такое черное пятно, темное в андрологии. Анаболических стероидов. Да, И допинг сыграл свою роль. Потому ну, что когда люди сейчас еще это второе, вот первое, я вам да. сказал про онкологию, а второе, что думают, все, если гормоны начал принимать, это допинг, я не хочу быть монстром там или еще Да, что-то допинг, такое. конечно, безусловно, но просто вопрос, опять-таки, мы уже не раз говорили на наших семинарах, что вот эти анаболические стероиды, это же вопрос профессионального спорта. Без профессионального спорта, без них, это, наверное, как бы, что бы там эти ханженством этими мы не занимались, да, соответственно, это и посмотреть тот же самый бодибилдинг, ну, не бывает так вот. Ну, бывают, может, какие-то идеальные люди, которые, может быть, быстро набирают. Но, опять-таки, то же самое, там, как дозировать, как правильно в это выходить, и какие риски могут иметь место. И что мы не призываем, конечно, к этому, но просто говорим о том, что та же самая тестостерон-заместительная терапия, это есть четкий для А этого показатель. возраст есть какой, вот когда стоит мужчинам задуматься о том, чтобы проконтролировать вот Я на такие... сегодня у нас не проработаны в рекомендации возрастные контроли, но я вот в своем подкасте, ну или там в каком-то неком на своем инстаграм-канале сказал, что, наверное, надо задумываться о контроле тестостерона, когда у вас появляются жалобы какие-то, похожие на гипогонадизм. Это отнюдь не проблема только с эрекцией и либидо. Это слабость, сонливость, повышенная утомляемость, вот Снижение такие работоспособности, работоспособности, да. мотивация, снижение, потливость какая-то, прибавка веса, депрессии, нарушение, ну, то есть психоэмоциональные проблемы. Вы должны подумать о том, что у вас что-то не то в организме. И это не только может быть синдром менеджера, это может быть и гипогонадизм. Поэтому обращайтесь к хорошему андрологу, не тот, который всем налево назначает эстрозаместительную терапию, и не тот, кто не назначает вообще-то эстрозаместительную терапию, боясь каких-то раков, там, каких-то побочных эффектов, не имея этой компетенции, а тот, кто может взвешенно к этому подойти и назначить в той или иной ситуации, и даже вам помочь на время. Иногда мы пациенту даем на время, пока он там снижает вес, пока у него метаболические какие-то проблемы, а потом пытаемся убрать его, либо оставляем в зависимости от того, как пациент скажет. Мы говорим, там, Николай Александрович, мне нравится, как бы я готов, там, вы мне по показаниям назначили, все окей. Вот. И второй момент, это вот по жалобам, да, второй момент, есть группы риска пациентов, у которых есть проблемы с низким тестостероном, это диабетики, это ожирение, это пациенты с метаболическим синдромом, пациенты с гинекомастией. Ну, то есть это не той гинекомастия, которая индуцирована анаболическими стероидами. Я говорю про гинекомастию, вот просто она развилась и так далее. Это пациенты с саркопенией, с остеопорозом. Надо вот этих пациентов очень более глубоко и так далее. Там целые определенные показания. Ну вот если тренерам задают такие вопросы наши клиенты, как вы смотрите, вот при, ну еще такой вопрос я слышала о том, что будет ли снижаться или увеличиваться, наоборот, должна вот эта гормонозаместительная терапия, если человек инициировал занятия спортом. Вот он начал принимать до того, а спорт изменит как-то Ну, дозировку? может быть, изменить, если похудеет, изменится состав тела. Но у нас такие препараты, это же не те препараты, которые используются в спорте. Там достаточно пиковые Очень препараты. лояльная. Да, Пьяно-пьяно, как говорят итальянцы. у нас в основном препараты, либо это какой-нибудь андрогель, то есть, условно, не в качестве рекламы, у нас просто других гелевых форм не существует, и некоторые инъекции существуют.
существует, который не вызывает такие пиковые. То есть, возможно, там коррекция терапии произойдет, фармакокинетика вещества изменится, и вес там, и состав тела изменяется, соответственно, отсюда может быть, конечно, изменение. Но это, в принципе, врач, если он подобрал терапию, он мониторит раз в квартал, потом раз в полгода, то есть сначала раз в квартал, раз в полгода, ну и состав тела, и вот эти все изменения, связанные с физической активностью, тоже сразу не происходит. То есть нужно какое-то время, чтобы организм изменился. И поэтому, как правило, врач смотрит, он говорит: слушайте, вот что-то у вас уже многовато, тестостерон, давайте-ка мы там либо частоту уменьшим, либо дозировочку поменяем. И оставляем на каком уровне? Оставляем на уровне... У нас есть определенный диапазон целевой, куда мы стараемся достигать. Понятно, что он отработан в рамках клинических исследований, ну или определенных обсервационных исследований. Считается, что нужно достигать целевых уровней 14,5 до 23, в зависимости от возраста там. Рекомендации разные могут давать более высшие, какие-то менее, ну, ближе к нижней границе там нормы. Там, вот, например, у средненормальное значение по эндокринному научному обществу, считающееся суперавторитетным в нашем эндокринологическом сообществе, 14-17,5 они дают. А, например, американская ассоциация урологов, андрологов, они дают там большую циферку. И мы как-то усредняем и говорим, допустим, 14-14,5 до 23. Молодым больше 20, стараться к 23 достигать уровень тестостерона, а более пожилым, может быть, не нужен такой уровень тестостерона. Зачем там 75 лет, условно говоря, 23? Ну, дорогие друзья, конечно, это качество жизни. И, как правильно говорит Николай, витамин Т еще один в жизни мужчины. А про женщин-то не забудем. Да, я как раз к женщинам сейчас перейду, закончив тем, что вот мы же начали с антиэйдж. Некоторые думают, что вот если я начну там в 60 лет или в 65 лет тестостерон мазать, у меня будет антиэйдж. Вот тут есть некая палка на двух концах. Терапия тестостероном может дать антиэйдж эффект, когда у вас уровень тестостерона изначально действительно не соответствует вашим возрастным диапазонам, и вы имеете, либо имеете гипогонадизм. Пока мы так думаем. Сейчас еще мы про мужчин заканчиваем. Да, заканчиваем по мужчин. И если же мужчина думает, что если он, допустим, имея нормальный уровень тестостерона, я вот хочу немножко акцентировать, все-таки подчеркнуть, имея нормальный уровень тестостерона, будет мазать там какой-нибудь или колоть тестостерон, повышая там уровень тестостерона еще выше, там до 30-35, вероятность антиэйдж эффекта, возможно, даже и не будет, наоборот, может быть, побочные эффекты в виде там дислипидемии, сгущения крови и так далее. Это очень важно понимать, что это тоже нужна такая некая компетенция. И еще один момент. Важно, если у пациента гипогонадизм долгое время, ну, точнее сказать, если он гипогонадизм выявился вовремя. Если пациент длительное время находился в гипогонадизме и там спустя там 15 лет с накопившимися сердечно-сосудистыми проблемами, там атеросклерозом и тому подобное, начнет мазать или колоть себе тот же самый какой-нибудь препарат тестостерона, не факт, что это будет антиэйдж. Может быть, качество жизни у него улучшится, но продолжительность, возможно, нет. Более того, есть ситуации, когда пациент начинает использовать тестостерон, увеличивает работоспособность, и у него начинает проявляться его ишемическая болезнь сердца, которую он не замечал, потому что он меньше двигался или там не занимался сексом, извиняюсь за выражение. Тут раз начал активировался, и у него произошло определенное сердечно-сосудистое событие. И это некие неправильно думающие врачи-кардиологи думают, что это тестостерон вызвал. Не факт, что это тестостерон вызвал. На самом деле может быть просто накопленный сердечно-сосудистый. Это вы пропустили. Да, это вы пропустили, а мы просто смарт-диагностику сделали, как говорится, назначили препарат. И поэтому на сегодня препарат тестостерона действительно обладает влиянием на уменьшение сердечно-сосудистых событий, влияет на липидный спектр, уменьшает проявление дислипидемии, уменьшает переход преддиабета в диабет, улучшает качество лечения сахарного диабета второго типа, влияет, возможно, на когнитивные функции, то есть мы пока не понимаем до конца. То есть это действительно мужчина, вовремя на получающий тестостерон заместитель терапии при наличии показаний, он будет гораздо лучше и качественно жить. Это такой действительно антиэйдж. И рисков рака предстательной железы никаких нету. Это препарат на сегодняшний, может быть, пройдет там 10 лет, я, может, как-то поменяю свою точку зрения, на сегодня препарат тестостерона обладает абсолютно нейтральным действием на предстательную железу в плане рака предстательной железы. Развитие рисков. То есть как популяционно, даже наоборот, есть данные, что вроде как уменьшается, так как мы уменьшаем риски развития проявления гипогонадизма. Еще раз, то есть все-таки следить за уровнем, не назначать самостоятельно, а обратить внимание на
возможные какие-то коморбидные состояния Конечно. или что диабет, значит, атеросклероз, стенокардия, то есть различные заболевания, другие метаболические. То есть должен быть, должна быть оценка врачом всегда исходного Абсолютно состояния. верно, да. Как и везде, Да, наверное, я думаю, что это не только. здесь не нужно думать, что это опять какая-то волшебная таблетка, и вот тоже, так сказать, ну, что-то нашел, и будет тебе счастье. Нет. Ну и опять же, помните, возвращаясь к физической нагрузке, что она будет снижать эти дозы препаратов, Возможно, что да. она будет повышать естественный уровень, и постараться использовать вот эти возможности физические, которые будут оставлять этот эффект надолго, потому что какой бы препарат вы ни принимали, он действует ровно только тогда, когда вы его принимаете. Прекратили, значит, все, нет эффекта. Ну да. Что же касается женщин, да, то есть вот да, этот момент по поводу женщин. Значит, здесь тоже очень большое количество мифов и легенд, вплоть до того, что женщинам надо это тестостерон назначать, да, соответственно, тут есть некое определенное понятие андропаузы или адренодефицита у женщин. Тема вообще отдельного разговора, и мы не будем его сегодня поднимать, эта тема очень спорная, там есть какие-то здравые мысли, а есть, в общем-то, абсолютная дичь, которую лучше с ней пока не обсуждать это, в данном случае, и не хотел бы обсуждать. Давайте обсудим то, что реально имеет место. Значит, на сегодня у женщин назначение ЗГТ, то есть это препаратов эстрадиола и непосредственно прогестерона, они рассматриваются в рамках наличия климактерического синдрома, ну не синдрома, а климакса, да, то есть наличие климактерического периода. А некоторые вообще начинают в 35-40, вот еще даже но менструальный цикл не кончился, это уже думают про эту гормонозаместительную терапию. Это уже как бы вопрос скорее не авторских методик, как и назначение тестостерона в больших дозировках, там каких-то, да, то есть, которые, да, безусловно, дают эффект психоэмоциональный гораздо лучше, чем если вы достигаете целевых значений, то же самое либидо, работоспособность, силовые показатели, мышцы растут, но риски увеличиваются, и контроль за показателями нужно гораздо более жестко вести, и не факт, что это даст вообще плюсы, то есть, это вопрос такой достаточно спорный. Так вот, по поводу МГТ, значит, в рамках, вот, все-таки рассматриваем, если брать официальную медицину, в рамках климактерического периода, это так называемая менопаузальная гормональная терапия, она называется отдельно. Есть общество менопаузальной гормональной терапии, то есть, это настолько важно в сегодняшний момент времени. К сожалению, большинство эндокринологов и даже гинекологов плохо владеют этой методикой. То есть они боятся назначать именно по поводу того, что они боятся рисков онкологии. То есть онкология, да, в начале говорили. Говорили, да. А, да, действительно, в отличие от ЭЗТ, которая фактически нейтральна по отношению к онкологии, даже, может быть, уменьшает риски, то по МГТ есть некая определенная настороженность по риску рака молочных желез. То есть, есть некая настороженность. Да, раньше было больше всяких, вот вы щитовидку упомянули, там эндометрии, там рака матки и так далее. Сейчас же все-таки свели к тому, что, наверное, здесь имеет значение терапевтическое окно. То есть, когда вы назначаете этот препарат. Чем раньше вы, если у вас нету противопоказания, вы не находитесь в риске рака молочных желез, там у родителей нету мутаций особых, там BRAF мутации какой-нибудь и так далее. И, скажем так, у вас наступил климактерический период, то вы можете спокойно назначать эту терапию без каких-то проблем. Их на самом деле препаратов вообще немного для назначения терапии. У нас в Российской Федерации фактически один препарат остался. Но терапия тоже разная. Есть там гелевые формы, так же самое, что вот мы обсуждали. Есть препараты, тот же самый препарат двухкомпонентный с различными дозировками. Но терапевтическое это окно, что это значит? Это в течение 10 лет от момента наступления непосредственно климактерического периода. Ну, либо... то есть от момента прекращения менструации, да. Либо когда они еще стали нерегулярными, да. Вот какой момент, или когда они вообще прекратились, ну, или в уже принципе, это, надо посмотреть анализы, если мы видим, что девушка начинает болтаться по циклу, соответственно, и видим, что у нее там ФСГ, ЛГ завышается, то есть и это нарастает, то, скорее всего, она просто наступает, там еще можно еще некие маркеры там посмотреть, овариального резерва. То есть попасть в терапевтическое, да, окно, в терапевтическое окно. Как можно ближе к началу. Да, начало. Вот считается там до 50 лучше, чем после 50 лет, до 6, там терапевтическое окно в течение 10 лет после, значит, окончания месячных, соответственно, а также до 60 лет можно, вот, собственно, думать о назначении МГТ. То есть там есть разные вот эти терапевтические окна, которые позволяют пациентам
получить вот эту качественную. Раньше, кстати, такого не было, сейчас большее количество возможностей интерпретировать анамнез пациента и, соответственно, исходя из этого, назначить ту или иную, в данном случае, терапию МГТ. Еще раз говорю, нету противопоказаний, если правильно дообследовать и назначить терапию. Даже мониторинг сейчас, оказывается, не такой сильный требуется. Я посмотрел последние рекомендации, то есть там раньше там и коагулограмму смотрели, там и дедемир. Сейчас смотрят все-таки молочные железы, там некие определенные параметры, и в принципе, на этом вся история назначения контроля за состоянием использования МГТ не очень там такая прям уж агрессивная. И, в принципе, даже это может делать эндокринолог, который все-таки эту компетенцию имеет. Но в основном это прерогатива гинекологов, да, гинекологов-эндокринологов. И действительно, такая женщина гораздо более качественно себя чувствует, у нее уходят эти всякие проявления, которые связаны с менопаузальным периодом, и улучшается качество жизни, уменьшается жировая масса. И как спортивный врач я могу отметить, что масса таких положительных эффектов, оно будет касаться и сердечно-сосудистой системы. Конечно, естественно. Потому что мужчины молодые, как вы знаете, болеют инфарктом, женщины нет. Пока регулярный овариальный менструальный цикл, то природа как бы заботится о ней. И вот достаточно невысокий, нормальный уровень концентрации гормонов, эстрогенов, оно, в общем-то, защищает, не собственно уровень гормонов, но разные механизмы с этим связаны, защищают женщину от сердечно-сосудистых заболеваний. Менструации прекратились, и количество инфарктов, различных ишемических состояний увеличивается, и при занятиях спортом об этом многие забывают, что вот как раз сердце становится таким местом наименьшего сопротивления, как говорится. Ну, потому что получается же, когда теряется и мышечная масса, она что, теряется только в поперечно-полосатая мускулатура или скелетная? Она же теряется везде, в принципе. И мышцы, сила мышцы, конечно, сокращение, везде. Возможности, она безусловно. Поэтому если женщина, конечно, начинает задумываться о занятиях физкультурой в этом возрасте, то ей нужно помочь со всех сторон. И вот эта помощь, она будет идти и в том числе, конечно, с помощью гормонозаместительной терапии. То есть на первом месте даже не то, что может быть, как мы хорошо выглядим, кожа, сияние глаз, там, и либидо и так далее, но сердце нужно подготовить к работе, защитить его максимально, и дальше уже ждать там какие-то следующие эффекты. Ну и, конечно, остеопороз, его проявления тоже уменьшаются. Конечно. Вот этот риск падений, мы знаем, что каждая четвертая женщина 50 плюс раз в год падает, потом 60 плюс, каждая вторая что-то ломает из тех, которые упали. Вот. То есть здесь в обычной жизни хотите принимайте, хотите нет, это ваше личное дело каждого. Конечно. Но собрались на физкультуру, я, конечно, могу рекомендовать, что об этом надо очень подумать. Ну да, то есть в МГТ все-таки есть возможность такая сейчас, еще раз говорю, ее бояться нету смысла, так же, как и ТЗТ у мужчин. То есть при правильном назначении это реально профилактика и остеопороза, и саркопении, и влияние на метаболические риски, и на влияние на висцеральный уровень. Органы, и человек себя просто качество жизни значительно он себя чувствует лучше. А давайте все-таки скажем так же, как и для мужчин, перечислим противопоказания. Но противопоказания это пациенты с рисками, то есть раком эндометрия молочных желез, соответственно, то есть у родственников, наличие мутаций, которые вот имеют генетические мутации, которые... Что надо смотреть? Ну, есть мутации, там BRAF мутации, еще там перечень мутаций, это больше прерогатива врачей, которые это определяют, соответственно. Это значит, конечно же, это какие-то проблемы с нарушением свертывающей системы крови, то есть обычно, если какие-нибудь коагулопатии, то есть которые могут быть противопоказанием, не все, кстати, могу сказать, что есть коагулопатии, которые могут быть не противопоказанием для назначения МГТ, а есть коагулопатии, которые являются противопоказанием для назначения МГТ. Это значит, это вот как бы основные, да, это вот параметры, которые являются противопоказанием, да, ну и наличие каких-то уже имеющихся онкологических заболеваний в анамнезе, в частности,
и особенно эстроген-зависимые те же самые молочные железы уже были прооперированы по поводу рака или эндометрии, соответственно. Или, ну, или поликистоз яичников. Ну, поликистоз, наверное, не является противопоказанием, потому что все-таки поликистоз яичников – это понятие такое очень широкое, и оно включает в себя там ряд заболеваний, там СПКЯ, СПЯ, там это как бы понятие поликистоз, это мы, наверное, сейчас не так правильно, там мультифолликулярные яичники, и в рамках этого мультифолликулярных яичников бывают разные там как бы вот эти типа СПЯ, там какие-то нарушения овуляции, или, например, там истинные. Как-то бракочественные новообразования. Скорее всего, сейчас уже, да, сейчас уже не рассматривается, потому что в основном доброкачественные образования, либо они, как сказать, устраняются, либо они функционального характера носят, соответственно, либо убирают их. И поэтому все-таки мы говорим об онкологии, прям значимой онкологии раки, соответственно, уже перенесенном. А мультифолликулярные яичники, ну, они или многие перенесенном, бывают. Или наследственным. Ну, или наследственным, да, то есть. И наследственное отягощение по этому вопросу. А вот заболевание щитовидной железы. Нет, сейчас это не является противопоказанием. Нет. Не является патологией щитовидной железы. При компенсированной патологии щитовидной железы, даже раки щитовидной железы не являются противопоказанием, потому что для назначения МГТ, потому что раки щитовидной железы, они не определяются использованием, то есть они не эстроген зависимые, соответственно, поэтому там другой механизм патогенез использования. Да, там бывает пересекаются некие мутации, да, то есть брак. Зачем следить? Вот как вы посоветуете с мужчинами достаточно просто мне? Казалось, ваши рекомендации, ну, проще, чем, они... Да и с женщинами так особо не сложно. На самом деле, следить, я говорю, надо обязательно мониторить молочные железы. Поначалу там чаще, потом раз в год, как обычно, там маммограмма, соответственно, mm-hmm. да, УЗИ не лучший вариант для контроля, соответственно. Значит, вены смотрят. У кого там для того, чтобы уменьшить там. Ну да, вот, например, тяжелый варикоз тоже может быть противопоказанием, mm-hmm. да, соответственно, для назначения терапии. Дальше, скажем так, вот контроль гормонов не обязательно в данной ситуации, да, соответственно. Вот, ну и в принципе и все. То есть, фактически это особо все это сводится к молочным железам. Да, то есть, и в каком-то смысле используется. Даже сейчас коагулограмма, насколько я знаю, последние данные гинекологи, эндокринологи, они там смеются вроде как над врачами, которые начинают до сих пор назначать коагулограмму Д-димеры, там, соответственно, но теоретически вы можете тоже это вшить, всякие рекомендации, да, соответственно, для себя, для контроля. Там не очень большой перечень, на самом деле, то есть обследование. Даже мне кажется, у мужчин больше. А гормоны больше. Стоит контролировать? Ну, особо нет, потому что целевые значения особо нету такого понятия. Очень для... Да, они очень вариабельны у женщин, и для женщин вот этого понятия, как у мужчин, вот эти 14, то, что мы говорили, 23 или там 17,5, они не присутствуют. Поэтому просто назначается менопаузальная гормональная терапия, обычно препарат фемастон какой-нибудь назначается, он единственный в Российской Федерации фактически, который остался для того, чтобы, возможно, было такое создать некий физиологический цикл. Вот. И, соответственно, просто человека мониторит на риски, не более того. Более того, я хочу вам сказать, друзья мои, и по женщинам, и по мужчинам убрали верхние сроки предела использования препарата. То есть, чуть ли не пожизненно можно использовать препарат. А скажите, вот все-таки, если прошло вот это так называемое терапевтическое окно, имеет смысл женщине задуматься об этой терапии? Или, сложно сказать, потому что здесь есть двойные как бы подходы. Одни говорят, что теоретически, если женщина еще пока сохранна, у нее нету противопоказаний, в принципе, можно попробовать использовать терапию, если качество жизни ее продолжает оставаться не очень хорошим. Потому что как бы как получается, что организм сначала получает какие-то побочные эффекты, ну или проявления в виде климактерического синдрома, да, там приливы какие-то, там слабость, сонливость, там, значит, прибавку веса, но они могут даже достаточно долго, а дальше адаптируются. Но у некоторых пациентов бывает остается похожие проявления, и тогда можно подумать, возможно, уже спустя какое-то время, даже уже терапевтическое окно прошло, о возможности назначения такой терапии, но это надо обсуждать с врачом. Хотя официально, конечно, это к моменту, по-моему, ну как бы... Официально таких рекомендаций не было, да, соответственно. Да. А если же пациент не имеет каких-то проявлений, да, то есть, ну вот он живет себе, уже стареет понемножку, и в принципе стареет нормально, то, наверное, ну... Ну, то есть физкультура поможет. Да, будем, потому что может быть надеяться. Такая там небольшое количество там этих гормонов там или там некая компенсация за счет прибавки жировой массы, потому что мы должны понимать, что жировая масса при этом возрасте начинает в климактерический период прибавляться компенсаторно для того, чтобы компенсировать нехватку эстрадиола, то есть за счет ароматазной активности. Ей этой женщине достаточно. Вот то, что и с мужчинами история, видимо, происходит, что кому-то тестостерон нужно много поднимать, и у него рецепторы просто такие, да. Скажем, длинные, и они не дают возможности переваривать. Мы это видим по приему, да.
препаратов различными спортсменами. Да, да, да. А у кого-то кому-то чуть-чуть нужно. Микродозы хватает. Да, микродозинг, для стимула, так называемый. А другие, принимай, не принимай, все равно да, ничего не прибавляет. Это и по побочке это видно. Это как раз тот вопрос, что мы вначале рассматривали по метформину. Фармакогенетика вещества очень сильно зависит, определяет вот эффект этого вещества в конечном итоге. Кому-то надо прям реально много, и он получает все преимущества, а кому-то вот чуть-чуть дали, и все этого достаточно. И поэтому тут, конечно, очень надо с доктором общаться, индивидуально подбирать, проговаривать, подбирать схемы степ-бай-степ. Одна схема не сработала, попробовать другую схему, а это требует все-таки компетенции специалиста. Ну, дорогие друзья, что могу сказать, что, конечно, сегодня мы отмечаем вот очень большой приток людей, как раз вот 40-50-летних, и тенденция такая во всем мире, плюс 30% ежегодно таких людей, которые прибавляются в фитнес-клубах. И для того, чтобы усилить и эффект от занятий физкультурой, фитнесом, и для того, чтобы обезопасить себя, снизить возможные риски заболеваний, сердечно-сосудистой системы, конечно, нужно использовать современные технологии и посоветоваться с врачом, как лучше поступить для того или иного клиента. Абсолютно верно. Но врачу нужно задать правильный вопрос, грамотный вопрос. Вот человек собирается заниматься, есть ли у него, какая у него толерантность к физической нагрузке, есть ли у него коморбидное состояние, есть ли у него противопоказания, наследственность, уже различные ранее какие-то, может быть, были онкологические. То есть все это надо учесть и, конечно, задать вопрос, вот, так сказать, можно или нельзя. И далее не забывать мониторить в течение первый год, конечно, это раз в 3 месяца, раз в квартал, правильно Николай сказал, такие классические рекомендации. Ну, потом уже можно раз в полгода, этого будет достаточно, когда можно контролировать состояние здоровья и для мужчин, для женщин. Какие-то дадим рекомендации в заключение? А я еще могу, мы еще один гормон не обсудили. А, давайте. Один гормон, который, ну, наверное, многие потом будут задавать вопросы в комментариях, возможно, а может где-то еще. Да. Это гормон роста. Да. Вот, гормон роста, который, опять-таки, это прям целое, прям можно отключить, я прям пропаганда использования гормона роста в Ютубе, просто открытая. У нас там закрывают каналы за какие-то там малейшие оскорбления, а тут прям пропаганда использования сильнодействующих препаратов, начиная от анаболических стероидов, заканчивая гормоном роста. Так вот, гормон роста действительно является уникальным веществом в нашем организме, такое классическое анаболическое вещество, в отличие от тестостерона, он обладает немножко другими, тестостерон там и половую функцию, и либидо стимулирует, он психоанаболический такой эффект носит. А гормон роста, он такой чисто анаболик, он именно благодаря гормону роста мы и его медиатору, инсулиноподобному фактору роста 1, мы растем, обновляем клетки, формируем в том числе костный матрикс в детском возрасте и фактически является очень серьезным таким компонентом в нашем восстановлении, в том числе в течение всей жизни. С возрастом гормон роста действительно снижается. Это действительно так, это прям масса исследований. И, конечно же, за это, ну, скажем так, зацепились специалисты по антиэйджингу, так называемые. И более того, это препарат, который виден сразу, его эффект. Он, вот если его использовать, да, условно говоря, off-label, естественно, ну, мы говорим не в рамках медицинской, действительно, пациент схудеет быстрее, у него более уменьшается жировая масса, увеличится мышечная масса, не силовые показатели, а именно чистая мышечная масса, у него омолаживается кожа, волосы и так далее. И вроде бы, казалось бы, препарат, ну да, надо использовать, что ж мы не пользуемся таким, как сказать, жемчужиной, алмазом, бриллиантом нашей антиэйдж-терапии. Надо дозы там подбирать и так далее. А на самом деле проблема-то не в этом. Значит, у нас в медицинской практике действительно препарат используется в том случае, если у пациента есть недостаток гормона роста, как в детском, либо во взрослом возрасте. Там официальные показания, то есть мы можем выписывать по рецепту и так далее. Что же касается назначения гормона роста, который даже несмотря на то, что снижается с возрастом официально, в рамках здорового человека без потери выработки достаточного количества инсулиноподобного фактора роста, мы не говорим про спорт, еще раз, мы говорим про обычный антиэйджинг. Спорт, там другая история, там понятно, что все используют в реабилитационных тактиках этот гормон роста, или там спорт, бодибилдинге, фитнес и так далее, это нормально для этих видов спорта. И что бы там ни говорили, кто-то там говорит, что такого нету, да есть там, это нормально для этого вида спорта. Так вот, вот если брать обычного человека в качестве антиэйджинга,
то здесь проблема не в этом. Проблема в том, что нет данных, насколько этот препарат безопасен. Так как это анаболическое вещество, потенциально это вещество может усиливать атипию клеток. То есть, вот это основная проблема. То есть, да, вероятнее всего, он обладает неким эффектом положительным на состав тела и так далее. Это действительно мы видим по своим клиентам, пациентам и так далее, которые сами себе назначили или там как-то принимают по какой-то показаниям, да, соответственно. Но насколько это окажет отрицательное влияние на его здоровье в будущем, или это вообще вызовет онкологические заболевания, то есть будет рак? Ну, таких исследований... Мы не знаем. Более того, эти исследования нет, были в 80-х годах и 90-х. Был риск развития этих онкологических заболеваний и на животных моделях, и даже на некие были исследования на более широком спектре, там, на собаках там разных, и на, не только на мышах, там, животных моделей, но и собак там изучали, многие чего только не изучали. И боязнь вот этого проонкогенного действия позволяет нам... говорит о том, что это терапия, но вот тут вот, в отличие от ТЗТ и МГТ, где точно мы можем назначать официально, или те же самые витамины, минералы, которые тоже могут быть в рамках официально, или тот же самый метформин, то здесь вопрос очень-очень-очень открытый, и никаких, скажем так, гарантий о том, что какие-то, у вас не разовьется что-то на фоне использования препарата, никто не даст. Это достаточно такой момент, это на свой страх и риск, хотя мы прекрасно понимаем, что его используют. То есть, наверное, вот мое мнение, краткосрочный курс, наверное, не окажет отрицательное влияние. Потому что это мы видим по пациентам с акромегалией или там, но которые длительно находятся в этом состоянии с избыточным влиянием гормона роста, и там разрастаются внутренние органы, там определенные части тела, но они не умирают массово от онкологических заболеваний. Но это только лишь... ну, как бы, скажем, некое мое замечание, или как бы я то, что вижу, но это не значит, что это так и есть, потому что еще данных нет. Ну, мы сейчас видим на сцене спортсменов, к сожалению, с такими выпавшими животами, потому что растут не только мышцы, но и внутренние органы. И, ну, спланхомегалия называется, увеличение внутренних органов. Да. Вот, поэтому опасность есть, и здесь, конечно, не стоит рисковать и принимать какие-то... как антиэйджинг. Да, как, ну, то есть это, конечно, чисто врачебная история. Николай, спасибо большое, что вы напомнили, да, потому что вопросов по соматотропину тоже прилично. А так все, в принципе, основные моменты вроде бы обсудили. Что пожелаем нашим слушателям? Ну да, уважаемые друзья, я думаю, что на сегодня вот эта антиэйджинг терапия в современном мире, она еще находится в неком зачаточном состоянии, требующее большое количество, скажем так, еще доказательной медицины. Возможно, в будущем мы что-то получим. Возможно, то, что сейчас являлось перспективно, окажется агрессивным каким-то фактором и вызовет, может быть, даже больше побочных эффектов, чем преимуществ. А что-то наоборот, что было под рукой, мы и думали, что это вообще не являлось никаким фактором уменьшения риска, улучшения риска, то есть продолжительности жизни, окажется наоборот таким действительно фактором, уменьшающим старение клетки. Это требует некого накопления опыта. То есть, как говорится, мы карлики, которые стоим на плечах гигантов. Да? То есть, и смысл в том, что нам нужно копить опыт, смотреть. Но что мы имеем на сегодня? Мы точно имеем, что нужно работать с квартетом здоровья немедикаментозным, это точно мы понимаем. Да, есть витамины, минералы, которые потенциально могут помочь вам в качестве как антиоксидантной терапии, в качестве витамины, минерального комплекса, который улучшает и в лучшую сторону пролиферацию клеток, уменьшает атипию и так далее. Для этого нужен специалист, который нам подберет. Мы понимаем, что у нас есть достаточно мощный инструмент в антиэйдж, в условном антиэйдж, это даже не, ну, можно сказать, на границе, да, то есть это ЗГТ, да, то есть препарат от эстрон-заместительной терапии МГТ. И понимаем, что есть большое количество специалистов, которые берут, выдергивают какие-то маленькие исследования с маленькими выборками, хватаются, создают какие-то там не какие-то сакральные знания, пытаются втюхать это, продают в качестве какого-то эликсира молодости, не задумываясь о последствиях, не задумываясь, как вообще реально это сработает. Даже можно просто элементарно сказать по тому же самому метформину, который он там налево-направо в качестве антиэйджа назначает, хотя в принципе, может быть, он и обладает, но сейчас на сегодня нету данных, или гормона роста, да? Поэтому очень дифференцированно подходите, наверное, вам нужен будет такой, для того, чтобы вы хотя бы как-то ориентировались в этой пространстве, больше на читать, смотреть различных, компилировать знания. Не надо голословно сразу хватать информацию, которую там в Ютубе часто постят, или там смотришь и вообще просто поражаешься, что говорят люди.
И одновременно не надо отрицать, что только лишь доказательная медицина существует. Есть, конечно, и какие-то такие вот и клинические накопления врачей. То есть некая компиляция знаний должна быть. И если вы сомневаетесь или вы хотите себе какую-то некую программу разработать, для этого нужен хороший специалист, который в этой теме более-менее разбирается, а не популизмом занимается там различным или хайпом, как сейчас это модно говорить, который подберет вам, расскажет, объяснит, зачем это, как, надо задавать ему вопросы для этого, чтобы вы могли потом более качественную такую программу. И это вам все равно 100% не гарантирует, что конечно, вы получите там тот результат, который вы ждете. Как правило, человек делится своим личным опытом, конечно, и не имея какого-то бэкграунда и вообще соответствующего образования, начинает давать советы. Я бы не стала им следовать, но прислушайтесь к специалистам, не бойтесь консультироваться, получать мнение одного, другого врача, сопоставляйте, идет, пробуйте, идет, не идет, снижайте риски. Николай абсолютно прав, что все, как бы эти исследования неоднозначны, и, пожалуй, мы, наверное, только вот на начальном пути. Но со своей стороны я хочу добавить, что какие бы вы воздействия не начинали для того, чтобы продлить свою молодость, активное долголетие, над ним работать, все-таки не забывайте, что жить-то надо сегодня. Вот нужно сделать так, чтобы было хорошо сегодня. Конечно, эффект накопления. Вот. И дальше, то есть делать что-то для того, чтобы это каким-то добром там отразилось там через 5, 10, 20 лет, но их может и не быть, как говорится. Поэтому все на сегодня. И постарайтесь, конечно, насытить свою жизнь так, чтобы вот эти воздействия, они не были напрасны. То есть вам должно быть интересно, это должно быть насыщенно, то есть вкусно жить, и как бы эти воздействия антиэйдж-терапии должны оказать пользу по всем фронтам. Дорогие друзья, здоровья, долголетия активного, хорошей физической формы, и спасибо всем за внимание. Всем удачи, берегите себя.